Друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня нас ждет долгожданная распаковка. Но прежде чем приступить, как вы помните, распаковку я делаю вот на этом чудесном диване. Нам с вами нужно подготовить задний фон. Поэтому сейчас я быстренько все там уберу и вернусь к вам. Задний фон подготовлен. Сейчас здесь появятся посылки, которые мы с вами будем открывать. Погнали! Так, ну что, друзья, прежде чем мы с вами приступим и будем открывать все вот эти вот коробочки и пакетики, я хочу сказать вам огромнейшее спасибо за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы их лайкаете, за то, что оставляете комментарии. Мне безумно приятно. Мне приятно вдвойне смотреть за тем, как растет мой блог, и за тем, что вам действительно нравится тот контент, который я снимаю. В общем, вы огромная любовь. Возможно, я это редко говорю, но вы в моем сердечке. Такая лирическая часть у нас с вами закончена, поэтому давайте приступать. Вот эти вот все посылки на самом деле скопились у меня за последние 2 недели, и у меня просто не было времени элементарно их открыть, посмотреть, что там. Какие-то, конечно же, я уже открывала, но какие-то, как вы видите, стоят еще вообще в коробках, я даже их не открывала, поэтому прямо вместе с вами сейчас будем открывать. И начать я, наверное, хочу вот с этой вот коробочки, потому что она очень важная для меня. Где-то, наверное, примерно месяц назад, еще перед тем, как мы улетали в Дубай, мы со Стасом сдали чекап организма по крови более чем на 50, по-моему, показателей. Я вам, кстати, оставлю ссылочку или название, где я конкретно сдавала. Какая там система? Сдается анализ крови, и там показывают показатели абсолютно вообще все. Там и железо, и витамин D, и витамин С. В общем, там их больше 50. Вам присылается отчет онлайн, потом вы можете созвониться с нутрициологом, с терапевтом онлайн, потому что я находилась в Дубае, и затем относительно ваших показателей вам делается именно конкретно по вашим показателям отдельный комплекс витаминов, которые вы должны пропить на протяжении 3 месяцев. Он делается в Лондоне, посылка шла достаточно долго, наверное, где-то 2,5 недели, и наконец-таки она дошла. Стас их уже начал пить, я еще нет. Хочу сказать, что они у нас абсолютно разные, потому что у Стаса свои показатели, у меня свои. Давайте откроем и посмотрим, как это все выглядит. Я не открывала, потому что хотела показать вам. Соответственно, я их еще даже не принимала, но уже пора бы начать. Потому что у меня очень низкое железо, плюс там недостаток еще определенных витаминов. Я как минимум хотя бы раз в год стараюсь делать чекап, смотреть, чего же не достает у меня в организме. Ого! Смотрите! Вот такой вот огромнейший пакет. И написано персонально для Мясниковой Екатерины. Если кто не знает, это моя настоящая фамилия. Давайте смотреть, что там. Здесь расписано все. Кстати, перед тем, как мне сделали вот эти витамины, они спросили, в чем вы хотите, в капсулах или в гранулах. Я заказала в капсулах. Расписано, как нужно принимать. Есть сертификаты, старт-пакет на 6 месяцев, на 4, на 12. В общем, это я все попозже почитаю. И есть вот такие вот баночки. Кстати, вот эта вот баночка пустая. О, прикольно! Смотрите, тут нарисован самолетик. И это для того, что если я буду летать, соответственно, чтобы я могла взять вот это вот с собой полет. Блин, очень круто. Здесь большая баночка, здесь, соответственно, уже витамины. И вторая баночка, точно такая же, по 80 капсул. Еще один такой же пакет. А этот пакет уже, это мои капсулы. То есть это пакет, который мне нужно будет выпить, помимо того, что вот здесь вот 80 и 80, 160. А вот здесь вот 560 капсул. То есть вот это мне нужно выпить за 3 месяца. Пахнет, кстати, естественно, то есть не химоза какая-то. Буду принимать, и потом спустя 3 месяца дам еще раз анализы, посмотрю, как вообще поднялись мои показатели. Ну, в принципе, все, в этой коробке больше ничего нет. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такой вот голубой пакетик. Я думаю, что вы видите, что здесь написано Vivien Sacco. Их прошла нереально красивая презентация новой коллекции, вот так вот это выглядит. Называется она Delamere. Я была на презентации, познакомилась
познакомилась с очень классными девчонками. И вообще, вот честно, без преувеличения, я обожаю Елен Сабо. Мне безумно нравится, какие мероприятия они устраивают. Я помню, в прошлом году осенью мы ходили на презентацию, когда у них выходила коллекция латексная, и там выходила латексная тушь. Было просто невероятно круто. Рекламная кампания самой туши была просто какая-то фантастическая, потому что я помню, я показала ее Стасу, и Стас сказал: вау, типа прям реально уровень с профессиональной точки зрения. Плюс я уже давнишний фанат Ивен Сабо. Ивен Сабо — это моя любимая тушь. Я пользуюсь очень долго, на протяжении долгих лет ею, и каждый раз я просто с каким-то нетерпением жду, что же они нового подготовят, потому что они невероятно творческие, и у них действительно каждый раз какие-то классные идеи. И после каждого мероприятия они всегда дарят классные подарки, свои новинки, поэтому давайте смотреть, что же там. Ну, во-первых, помимо косметики, здесь вот такая вот классная сумочка. Мне кажется, на лето вообще кайф. В небесно-голубом цвете, вот такой вот лямочкой, буду носить 100%. Можно даже сделать какую-то классную съемку. Из-за того, что коллекция такая жемчужная, вот такие вот наклеечки на глаза. Можно тоже будет делать какой-то с ними классный мейк, в общем, творить и вытворять. Дальше непосредственно сама брошюрка, в которой вообще, в принципе, рассказывается, что конкретно вышло в этой новой коллекции. Вот девушка как раз-таки, которая рекламирует непосредственно данную коллекцию. Ну и, соответственно, здесь в пакетике вся коллекция, которую они выпустили. Первая — это вот такая вот база, и видите, классно сделано, что она вот такая вот в формате жемчужин. И очень крутая упаковка, здесь ракушечка, звездочка, в общем, очень круто. Вот такая вот палетка теней, тоже 100% летняя, потому что здесь голубой, желтый. Но, кстати, здесь есть нюдовые оттенки, в общем, очень классно. Хайлайтер, щеточка для бровей, и здесь есть вот такой вот шайбочки и гель для бровей. Вот это блеск для губ, жидкие тени. В общем, все хочется попробовать. Я думаю, что во следующем влоге вы увидите макияж с помощью этих продуктов. Это тоже блеск для губ. И последнее. А, это румяна в стике. В общем, мне кажется, очень классная, милая коллекция. И вообще, вот такие вот коллекции, когда они у них выходят, я сразу вспоминаю детство. И в детстве, не помню, что был за бренд, но он был единственный детский такой бренд, когда, знаете, девочкам хотелось пить какую-то косметику, а вся косметика выглядела достаточно взрослой. Я помню, мы тогда моей двоюродной сестре покупали какую-то коллекцию, но я вот сейчас убей, не помню, как назывался бренд. Кстати, если вы помните, если вы моего возраста, и вы помните, какая детская косметика была в то время, напишите, пожалуйста, в комментариях. А сейчас, когда они выпускают такую классную коллекцию, плюс она очень круто стилизована, мне кажется, очень классно, если вы, например, хотите подарить ее девочке-подростку. Выглядит очень круто. В общем, буду пробовать и в следующем влоге покажу вам, что из этого получится. Сейчас быстренько пройдемся по одежде. Не обращайте внимания на пакет. Вообще, эту юбочку подарила мне Аня, и я просто вам решила ее показать, потому что она супер милая, в бежевом цвете. В общем, стилизую что-нибудь с ней и покажу вам, что из этого получится. Если что, бренд — это SL Studio и размер S. Просто вам решила показать, это супер, супер быстрая посылка, так скажем, посылка-подарок. Аня решила мне подарить ее просто так, выглядит круто. Я думаю, что сейчас на лето самое то. Дальше сразу же быстро покажу вам вот этот вот пакетик, потому что основная вещь из него уже была надета, и я вам прикреплю фотографии. В общем, я ходила на открытие флагманского магазина BLCV. Это латвийский бренд. В общем, они сейчас открылись в Москве. И у них действительно очень классный деним. У них джинсы, крутые юбки. И я выбрала себе юбку. И они в качестве еще подарка подарили вот такой вот классный джинсовый шопер. Мне кажется, он просто невероятно стильный и крутой. Я сейчас вот пока снимаю это видео, подумала, давайте-ка, может быть, я его разыграю, потому что ничего я не разыгрывала у себя еще пока что на YouTube-канале, а здесь, мне кажется, можно разыграть. Просто напишите какую-нибудь классную историю из детства, которая происходила с вами летом. Возможно, это было в деревне у бабушки, либо где-то на речке, либо вы ездили на море, либо это было в лагере. В общем, что-то прикольное напишите,
дети из детства непосредственно летом. И я потом в следующем видео разыграю между вами вот этот классный шопер. Он просто невероятно крутой и сильный. Тут посмотрите, еще классная вот такая вот кожаная вставка. В общем, он уйдет кому-то из вас. Так, интересненько. Я даже не видела, что здесь. Давайте смотреть. Ого, блин, слушайте, очень круто пахнет. Это какой-то спрей. Честно, не знаю для чего, потому что не написано. По-моему, насколько они мне сказали, они хотят выпускать еще свой спрей. И вот этот вот спрей тоже уйдет вместе с этим шопером вам. Пахнет космически, черешней. Ну, по крайней мере, я так ощущаю. Ну, он какой-то невероятный. Шопер и вот такой вот классный спрей. Мне кажется, это как парфюм. Я думаю, что вам тоже понравится. Сегодня в распаковке у меня либо косметика, либо одежда, поэтому хочу показать, что вот в этом вот желтеньком пакетике. Название вы видите, это Natur Siberica. Они мне прислали на пробу целый вообще комплект для ухода за волосами. Здесь у нас шампунь для придания объема волосам. Здесь кондиционер уплотняющий. Я, кстати, очень люблю бренд Natur Siberica. Раньше очень часто им пользовалась, потому что было мало доступных, достаточно бюджетных, хороших средств. И у них действительно очень классная косметика. Я часто делаю подборки девчонкам как раз-таки с их брендом. Шампунем я пользовалась. Шампунь был с морожкой. Это было, наверное, блин, не знаю, лет 5 назад, но он был невероятно классный. Вот это, кстати, очень вкусно пахнет. Если вы вдруг слышите какой-то посторонний звук, не обращайте внимания, потому что нас сверху делают ремонт, и там постоянно что-то двигают, долбят, сверлят и так далее. Дальше вот таких вот два пузырька. Здесь тоже спрей для придания объема волосам. И здесь текстурирующий солевой спрей. О, вот это, кстати, классная штука. Сейчас летом, мне кажется, делать такие серф-локоны очень круто. Я попробую. Я вообще, знаете, обожаю косметику. Все те, кто подписаны на мой инстаграм, кстати, все те, кто еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ссылочку я оставлю в описании. Все те, кто подписаны на мой инстаграм, знают, что я обожаю мейки. Я очень часто снимаю какие-то туториалы, выкладываю их себе в рилсы. В общем, про что я говорила? Про то, что если бы я не была моделью, там, просто блогером-инфлюенсером, я бы 100% выбрала бы работу визажистом, потому что, ну, не знаю, женское ли это, просто я творческий человек, я обожаю косметику, все вот эти баночки, бутылочки. Маркетинговые вот эти вот все фишки на меня очень даже хорошо действуют и работают. Пудра для придания свежести и объема волосам. Сразу хочу сказать, я не люблю пудру для волос, и вообще, когда, например, мне на съемке для придания объема насыпают пудру, я больше люблю сухие шампуни, потому что у меня от этой пудры всегда чешется голова. Плюс она очень плохо вычесывается. То есть, если нанести сухой шампунь, его можно потом брашингом очень быстро вычесать. Пудры нет. Она вот так вот встает, как бы она очень хорошо придает объем, но у меня почему-то все время от нее чешется голова. Поэтому пудру я не очень люблю, но вот эту просто чисто ради интереса попробуем. Дальше здесь какая-то другая линейка уже в таких вот квадратных коробочках. Это твердое масло, клинер для лица и тела. Очень интересно, потому что продукцию именно вот в твердом виде я никогда не пробовала. Но мне кажется, взять куда-то с собой будет очень удобно, потому что достаточно маленькая упаковка. Ну, не знаю, насколько это хватит. Здесь твердый шампунь для волос. Укрепление по Аюрведе. Здесь твердый бальзам для волос. А, еще один твердый шампунь для волос. В общем, тоже буду пробовать. Написано восстановление питания. Вот это прям очень интересно, потому что я говорю, что я ни разу не пробовала шампуни, бальзамы и так далее в твердом виде. Попробую, потом обязательно расскажу. Дальше хочу заглянуть вот в этот пакетик, потому что мне прислала его Алла Брулетова. Мы с ней знакомы. Алла, передаю тебе привет, если ты вдруг смотришь. У нее с подругой свой бренд, который называется Look Forever. И она мне прислала одно из самых своих популярных платьев. Обожаю серый цвет, плюс я вот только сейчас его достала, оно какое-то невероятно мягкое, приятное к телу. Даже его еще не надевала, просто, к сожалению, не было времени, как я уже сказала, все это открыть. Я уверена, что оно очень круто сядет по фигуре, плюс вот здесь вот обожаю такие вещи, когда можно вставить пальчик. Вот здесь внизу у него вот такой вот классный вырез, оно как будто бы как с подтяжками идет. В общем, очень классная. В прохладный вечер, либо осенью будет очень круто, особенно надеть с какими-то казаками. В общем, Малочка, спасибо тебе огромное.
померяю и обязательно вам покажу, как это сидит. Я думаю, что вот на этот розовый пакетик уже давно упал взгляд, потому что он один из самых ярких сегодня. Сразу хочу сказать, что всю эту одежду я уже мерила, выкладывала в своем инстаграме, но хочу поделиться с вами здесь, потому что я действительно обожаю бренд Charm Store. Господи, извините, я вот действительно не знаю, как он правильно называется, Charm Store или Charm Store. У них очень классные вещи, и у них вышла невероятно крутая летняя коллекция, и я не знаю, что со мной случилось этим летом, но меня потянуло на розовый цвет, и, как видимо, я угадала, потому что у них даже сменилась упаковка, у них розовый пакет, и я выбрала 3 вещи, и все они в розовом цвете, просто в разных оттенках. В общем, давайте смотреть. Первое – это вот такой вот костюмчик. Здесь укороченный жакет без рукавов, в формате футболочки, так скажем. И к ним идут вот такие вот шорты, бермуды. Очень классный, круто сидит на талии. Как по мне, идеальный вообще вариант на лето в офис, на какую-то такую официальную часть. То есть, если вы любите костюмы, но не хотите с ними расставаться летом, мне кажется, это крутой вариант. Затем просто невероятно классное платье. Я его показывала в инстаграме, в него все влюбились, в том числе и я. Я прикреплю фотографию, но просто вам покажу. На одну сторону и снизу вот такой вот классный разрез. Оно просто идеально сидит по фигуре. То есть кажется очень таким, знаете, миниатюрным, но оно очень хорошо тянется. Вот, если вы возьмете свой размер, будет просто муа. И в нем не жарко. Так, ну и последнее, что я вам хочу показать. Здесь еще были черные льняные брюки, но они уже висят у меня в гардеробе, потому что я уже не один раз не ходила, так как они мне безумно понравились, и у меня все про них спрашивают. Вот такая классная майка, тоже малинового цвета, вот с таким вот асимметричным разрезом. Я прям советую, если вы действительно в поиске какого-то классного бренда российского, с хорошим качеством и с приятными ценами, которые стоят, знаете, там не за 15, не за 20 тысяч рублей, то вам прям к ним, и возможно, кстати, даже этот магазин есть в вашем городе, потому что у них очень много магазинов по России, то есть я, например, знаю, что у меня в Нижнем Новгороде тоже есть их магазин, поэтому посмотрите, и возможно, есть офлайн-магазин, куда можно доехать и померить. Так, ну что, следующий пакетик, и это тоже косметика, и это один бренд, с которым я познакомилась в этом году, но была уже у них на 2 презентациях, и такого бренда я еще нигде не видела, потому что у них действительно своя концепция. В общем, это косметика Influence Beauty. У них действительно такой немножечко акцент на какой-то космос. Каждый раз их коллекции связаны непосредственно с этим, с чем-то новым, с каким-то, знаете, футуристическим. Последняя коллекция у них вообще была посвящена NFT, кстати. Во влоге из Москвы я вам показывала, они подарили такую огромную коробку. Даже если вы посмотрите на их упаковку, видите, она такая вот вся переливается, в общем, очень круто. Здесь тени абсолютно разных цветов, то есть, как вы видите, есть и нюд, и есть яркие цвета. Я уже делала с помощью этой косметики макияж. Вот здесь вот прикреплю вам его, он подойдет на любой случай жизни, и если вам нужно что-то в нудовых оттенках, если вы хотите добавить цветов, опять-таки, здесь видите, тоже есть сиреневый, розовый, в общем, цвет, видимо, этого сезона, по крайней мере, у меня. Хайлайтер очень классный, действительно круто переливается на коже, тоже можете попробовать. В таких вот, как будто бы, ой, колбочках, пробирочках у них, во-первых, масло для губ, это консилер, это тоже консилер, просто в разных цветах. И вот здесь вот такой вот блеск для губ. Мне кажется, выглядит, ну, очень классно. По крайней мере, упаковка прям бомба. Тональная основа. Я уже тоже вам показывала. У них действительно очень крутая тональная основа. Она хорошо перекрывает, круто держится, не забивает поры. Очень круто выравнивает тон. Гель для бровей, тушь, румяна жидкие. Очень классные. Вот в таком вот, знаете, немножечко терракотовом цвете. Тоже очень классный бренд, достаточно бюджетный. Если вы в поисках, никогда не пробовали эту косметику, обязательно протестируйте. Так, ну и последняя посылочка, которая стоит вот здесь. Как вы видите, я ее не открывала. Хотела показать вам. В общем, сейчас открою и потом уже расскажу историю с этим брендом.
Очень круто, смотрите, сами ребята разрисовали и сделали надпись. Я вообще люблю такой подход, знаете, что вот действительно от души, от сердца своими ручками. В общем, давайте сначала откроем, я покажу, что там, а потом уже расскажу, что это за бренд. Ну, конечно же, Дэйн. И это новая коллекция. Ба-ба-ба-бам, ба-бам. Так, меня за этим не видно, но, в общем-то, давайте я сначала расскажу, а потом покажу, как это выглядит, потому что я даже это не мерила, не смотрела. Они мне только прислали фотографию, я сказала, вау, мне нравится, давайте. В общем, этот бренд называется Omerta. Если я правильно поставила ударение, ну, вроде бы правильно, здесь, по крайней мере, она так стоит. Это бренд из Екатеринбурга, если я не ошибаюсь. Еще в прошлом году я очень хотела с ними посотрудничать, я им написала, они сказали, что, к сожалению, они сейчас не сотрудничают, что тоже имеет место быть, и в этом году они мне написали сами, я так обрадовалась, потому что не знаю как, но в Екатеринбурге вот действительно очень много классных брендов российских. Там, если посмотреть, ну, действительно очень крутые коллекции. Nameless тоже, по-моему, оттуда, еще один бренд оттуда. Я каждый раз смотрю, такая думаю, какие там талантливые ребята. И вот этот бренд, он вообще не похож ни на что. У них какая-то своя такая идея. Всегда что-то очень интересное, с необычным кроем. И в этот раз они мне написали посотрудничать. Я, конечно же, согласилась. И сначала они мне прислали белый бомбер, вот такой вот, тоже невероятно крутой. Он супер легкий, вот сейчас летом, вечером просто круто его надевать. Он вообще не жарко, он очень качественно сшит и действительно вот такой, знаете, с изюминкой, потому что я такого ни у кого не видела. И потом они мне еще раз написали, сказали, Катя, у нас вышла новая коллекция, вот такая вот джинсовка, она оверсайзная, длинная. Я сказала, да, мне нравится, это вообще мое, я обожаю оверсайз. И, в общем-то, вот они мне ее прислали. Будут классные фотки в Инстаграме, буду снимать контент. Вот такая вот чудесная история. Я надеюсь, что вам понравилась эта распаковка. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Вообще пишите пожелания, потому что мне очень интересно, что вы хотите видеть на моем канале, потому что в любом случае обратная связь от вас — это самое важное, самое главное. Я постараюсь все учесть. Ну и увидимся с вами уже в новом влоге. Всех целую, пока-пока!